Продолжаем выпуск. Представитель областного департамента юстиции провела юридическую консультацию для жителей Жалагашского аулаку. У сельчан вопросов к юристу было много по регистрации недвижимости, банкротству, взысканию алиментов. Старший судоисполнитель департамента юстиции подробно проконсультировала обратившихся. Жители аула задают свои вопросы и тут же получают консультацию. Я тоже задала свой вопрос. Мой вопрос был по программе с дипломом в аул. Все доходчиво объяснили. Было бы хорошо, если бы подобные мероприятия проводились чаще, особенно в аулах. Не все же знают свои права. Департаментом юстиции по Кызылординской области разъяснены принципы работы государственных и частных судебных исполнителей. Также оказана населению юридическая помощь. У жителей аула накопилось множество вопросов.